Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Один день из жизни профессии». Наши девушки нашли свое призвание и даже открыли свой бизнес. И даже сняли рекламу. Итак, реклама! Женщина. Быть женщиной – это тяжкий труд. Быть сильной женщиной может не каждая. Содержите корову или корова содержит вас? Вы устаете, она отнимает ваши силы. У вас болят руки и поясница. Но знайте, есть выход. Доярка на час. Вы получите помощь профессионала. Выезд на дом, почасовая оплата. Лучшие из лучших помогут вам. Доярка на час. Пусть вы мне вашей коровы почувствует тепло наших рук. Данил давно ищет источник своего дохода. И перепробовав много профессий, он нашел его. Как заработать 100 рублей обычному деревенскому парню? Исполни частушки на публике. Можно ловить рыбу на продаже. Устроиться секретарем в сельсовет. Или кочегаром. Можешь даже открыть свой бизнес. Но лучше попросить 100 рублей у бабушки. Программа подошла к концу. И спонсором нашей программы является такси у черта на куличках. Такси у черта на куличках. Наш лозунг. Мужик, ты меня вообще куда привез-то?